Экспортная выручка Беларуси за 9 месяцев этого года перешагнула 31 миллиард. Это максимальный показатель за 10 лет. География поставок – 150 стран. Доля дружественных государств выросла на 16%. В приоритете Россия и Китай. В 2024-м начнется более активное освоение рынков Латинской Америки и Африки. В стране появились новые скважины на нефтяных месторождениях. Фонд пополнен 6 объектами. Большая часть построена в Речицком районе. В 2023-м «Беларуснефть» планирует добыть рекордный объем – минимум 1 850 000 тонн. Более 43 тысяч рублей потратят на сладкие подарки для новогодней акции «Наши дети», которая пройдет в каждом уголке Синеока с 15 декабря по 15 января. Также во Дворце независимости организуют праздник для детей из столицы и регионов. В Бобруйске прошел городской смотр-конкурс молодежных инициатив. Всего было представлено 19 проектов. Победителем стала Кристина Лещенко. Учитель искусства, черчения и обслуживающего труда 28-й школы предложила украсить город кустарниковыми скульптурами и лавочками в виде музыкальных инструментов. В Бобруйске 3 ноября с 10 до 19 часов в Беларусбанке на Горького 2 пройдут тактика специальные учения МЧС с привлечением большого количества техники. Приоритетная задача – отработка действий при пожаре. Филиал банка будет работать в обычном режиме.